14 декабря 2022 года в отношении вас возбуждено уголовное дело. Здесь в незаконном осуществлении приемки и оплаты фактически отсутствующего материала, невыполненных работ по улице Красная Пресня в городе Тында на общую сумму 131 миллион 766 тысяч 998 рублей. То есть совершение должностного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. Присутствие адвоката готово дать показания? Да. Насколько я помню, что Маргарян впервые зашел на дороги.